Очень бы хотелось, чтобы с наступлением отопительного сезона, когда увеличивается количество пожаров и загораний, каждый анапчанин и гости нашего курорта, которые приезжают к нам и на отдых, и, допустим, для временного проживания, обязательно соблюдали правила пожарной безопасности, подготовились к отопительному сезону, проверили печи, котлы, проверили дымоходы и соблюдали элементарные правила обслуживания всех отопительных котлов, которые работают на твердом топливе, на жидком топливе, на газовом топливе. Не все дети знают правила пожарной безопасности. Категорически запрещается доверять детям растопку печей.